Привет, ребята! Вы давно хотели поиграть в крутую мультиплеерную игру, и к тому же, чтобы она была бесплатной. Тогда я хочу порекомендовать вам офигенную игру Носгот. Куча классов, разные расы, сочная графика и, конечно же, ожесточенные бои между тысячами игроков. Звучит круто! Ссылка на игру в описании, регистрация легкая и ненапряжная, так что вперед действовать! Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в Cat Goose Fishing. И предыдущая серия состоит в том, что мы опять же рыбачили и пытались заработать кучу денег, потому что, чтобы начать играть прям по-царски, мега круто и тому подобное, нам нужно весьма солидная сумма денег, это 180 тысяч. После этой суммы игра должна стать гораздо проще для нас, потому что будет очень мощная удочка, которая прям должна всех вытягивать и тому подобное. Поэтому я очень надеюсь на эту удочку. Что за рыба-самолет? Грампер, что с тобой не так? Кстати, здесь я видел, еще находилась шапочка, и поэтому я хотел бы ее очень поймать. Здесь прям красивая такая шапочка была с цветочком на голове, и надеюсь, что мне получится ее поймать. Было бы очень здорово, я хотел бы ее сейчас найти, но, к сожалению, я даже не вижу, где она здесь у нас осталась и тому подобное. Блин, куда она там ушла? Чертова шапка. Да. Эх, еще за левелом нам не дают мега крутые апгрейды, как бы хотелось, хочется прям какой-нибудь офигенский апгрейд и тому подобное, чтобы прям вообще легко стало, но пока такого еще нету. Наверное, на левеле 19 или на 20 такой стопудово будет, потому что ну не может быть такого, что больше нету крутых классных мега апгрейдов. Блин, это самая тормознутая рыба, которую вообще я видел когда-либо в этих играх, наверное. Блин, если будет рыба вот такая же тормоз, как вот эта, то в любой игре она будет называться коровой. Неважно, что она, чем она там является и так далее. Ну или слоупоком, например, тоже можно. Давайте назвать эту рыбу. Отличное название, кстати, для этой рыбы. Мне кажется, она прям всю суть этой рыбы отображает. А вот эта рыба чертова гадина. Я хотел немножко пожестче выразиться, но ладно, не буду я ваши уши мучить. Да. Да, кстати, напоминаю. Если вам нравится Cat Goose Fishing, хочется больше по нему серии, не забывайте ставить лайки, конечно же. Больше лайков, больше серий по Cat Goose Fishing. Не жалейте, это очень важно, конечно же. Ваши лайки гарантируют продолжение по любой игре, которая вам нравится. Поэтому лайки, лайки, лайки. Да. И не надо говорить, что я их типа выпрашиваю. Я так ориентируюсь по поводу того, какая игра вам нравится, какую игру стоит снимать и так далее и тому подобное. По Cat Goose Fishing пока что больше всего лайков, значит больше всего хотят Cat Goose Fishing видеть, поэтому я больше всего ему внимания уделяю в последнее время, как вы можете догадаться. За счет ваших лайков, конечно же. Поэтому, да. Да. Я просто не знал, что вам еще такого офигенного интересного сказать, поэтому да. Так, отлично, грампер! Грампер, 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 грампер. Так, я хочу вот эту огромную поймать. За огромных рыб, по-моему, больше всего экспо дают, да? Да, вот прям вообще дофига дают, поэтому я бы хотел коуфиши сейчас ловить ради того, чтобы просто экспы на них заработать нормально и купить какой-нибудь крутой апгрейд, который помог бы мне жить гораздо проще в этой замечательной игре, конечно же. О, первый раз вижу, по-моему, что можно так было закинуть нормально нам наживку, и она так спокойно, плавно плывет, и эта рыба чего, она не хочет мою наживку? Там, кстати, этот находится, вот эта рыба, только она на мою наживку не клюнет, но я вижу вот этих рыб, которые нам очень-очень-очень нужны, но вот боюсь, знаете, что случится? Такая вещь, что вот сейчас вот эта рыба просто ее откусит. Нет, фу, все отлично, давай, тащи, 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 не сопротивляйся. О, все супер, Big Fish, у нас есть Big Fish, два Big Fish'а из 5. Мне теперь надо поймать нам что-нибудь просто дорогое. Можно тангерфина этого поймать или же что-нибудь типа того. Вон они плавают, вижу, 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 прямо по курсу, только как-то далеко я забросил. Если бы я так далеко не забросил, было бы все гораздо проще. Но нет, я же заброшу, блин, как можно дальше. Почему? Да просто потому, что могу. Так. У-у-у, пошел вон. Так, есть что-нибудь большое? Большое-большое вкусное. Сочное прям. Чтоб вообще кучу денег стоило. Ну или просто большая рыба. Просто большую рыбу тоже можно. Тоже норм. Вот эта рыба, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А, отлично. Так. И, кстати, попался на красно-последний нам... Поэтому это очень круто. Блин, пипец, она тяжелая. Так, Герджина. Поймалась. Все, полный корабль больших рыб. Плюс одна самая офигенская рыба у нас в конце попалась. Просто офигенский. Почти 19 левел сделали. Я надеюсь, что на 19 левеле что-нибудь будет. Это целых 2 левела, за которых ничего не дали. Это очень не круто.
очень плохо, я бы даже сказал. Поэтому хотя бы на 19-м дайте мне что-нибудь клевое. А то, блин, только к 20-му уровню будет все самое крутое, но это будет обидно. Потому что это достаточно непростой процесс получения такого количества XP. Так, ух ты. Ух ты. Блин, да ладно! Надо как-нибудь... Я бы хотел на них, конечно, аттракт сделать, типа, знаете, чтобы больше внимания привлекала эта рыба, конечно же. Но, точнее, я больше внимания реагировал эта рыба нормально на нашу наживку, вот как сказать. Это правильно, блин, я чувствую себя каким-то монстром, не знаю. Как-то странно сейчас бросил. Но, блин, я это не делаю, потому что слот мне еще нужен на другие вещи, которые ни капли не хуже. Так, целая прямо тонна мастертфишей, блин, нет, только не ты, тварь, эх, как бы тебя скормил твоим подчиненным. Все, пошла вон, не хочу я с тобой общаться. Мы с тобой не друзья, понимаешь? Вот лучше пусть тебя Грампер съест. Пусть он ест тебя. Я не буду против. Так, ну я против, чтобы тебя съели вот эти мелкие. Это будет совсем обидно. Что-то вообще нету нормальной рыбы. Куда все коуфиши делись? Я что, все коуфиши выловил, что ли? Да не верю я в такое чудо. О, не, ладно, не буду ловить. Так, поплаваю пока здесь, на корабле, что ли. Может, найду какую-нибудь нормальную рыбеху. О, вижу коуфиш и опять эту чертову квинфиш. Да ты надоела мне уже, ты отстань, отцепись. Сдайся, просто отстань. Исчезни, все, отлично, 19 левел. И меня опять надули. Как обычно, 19 левел оказался ничем. Где, блин, мои предметы? Игра, где предметы? Ты понимаешь меня? По-моему, нет. Мы с тобой общий язык явно не найдем так. Так, я лучше танжерфинов буду ловить. У-у-у. Мне танжерфин все время кажется как название какого-то танка почему-то, не знаю. То сначала мне казалось, что это фрукт, теперь мне это кажется, что это... Что я идиот. Что это почему-то какой-то танк. Да. Еще я себе никогда не... Вот только сорвись на этот раз. Я просто хочу эту рыбу поймать хоть раз нормально. Сиблфин, все, давай, я тебя продам нахрен, чтобы тебя там разорвали или что-нибудь с тобой сделали. Только попробуйте эту рыбу в аквариум посадить. Я вас сам в аквариум посажу за это. С такое жестокое обращение с моим котенком. Все, пошла вон, черт. Блин, я чуть радар не купил. Хотя я бы не купил его. Но если бы купил, у меня бы вот так рванул пердак, что это просто жесть. Вы бы, наверное, я бы тушил его в течение 500 серий или что-нибудь в таком роде. Так, серия 500-я. Кажется, я начал тухнуть. Да. Такой, а, нет, она сорвалась! Fire in the hole просто. Эта музыка, знаете, уже со временем кажется, как будто она издевается над тобой. Так она спокойная, такая, на-на-на-на-на-на-на. Как бы нифига не спокойная. Тролльская музыка. Так. О-о-о! Экспа плывет. Экспа приплыла. 20-й левел надо. 20-й левел! Ты где? 20-й левел! Ловись! Почему нет рыбы, которая сразу бы левел давала? Типа экспиш. Такая рыба. Почему такой рыбы не придумать? А, разработчики! Где мои экспиф? Экспфиш? Не знаю. Ладно, типа тут... Блин, я мог не отпускать, и там было это. Герджина. О, опять я сделал ошибку. Ошибся опять. Ошибся, как обычно. Допустил ошибку. Сейчас я запустил ошибку тем, что закинул эту удочку туда. А не закинул с ракетой и бомбой, допустим. Все. Че, хотели мы... Я даже постебаться над ними не могу. Попытался постебаться, тут же получил в глаз, можно сказать. Потратил бомбу, ракету и получил ничего. Чертова рыба. Если у меня когда-нибудь будет конкретная фобия, то, наверное, это будет боязнь кэтгосфишинга. Или вообще рыбалки, не знаю. Почему боитесь рыбалки? Ну, я понимаю, я много игр играл про рыбалку.
Ну это же были игры, что там такое было? Там было очень ужасно. Это было просто... Это было просто... Я не жгу, никому этого не желаю. О. Не дам, просто пошел вон! Все. Только что я прям весь напрягся, чтобы эта рыба не взяла мою наживку. Я прям такой силой мысли пытался ее остановить, и у меня, видимо, сработало. Сожри ее нафиг. Спасибо. Спасибо, друг мой. Это самая лучшая рыба. А, какая она прекрасная. Спасибо тебе, друг. Может, еще кто-нибудь съест? Съешьте еще раз ее. Вот это глубина. О, удильщик. Смотри, какая милашка. Смотрите на этого рыбу-удильщика. По-моему, он очень милый. А он может, интересно, поймать, типа, мою рыбу проглотить, а потом ее с ней, не знаю, блин, ее кто-то сожрал просто, мою рыбу. Ну, зато я посмотрел, что есть на дне, почему бы и нет. Да, на дне было прекрасно. Не удильщик, милаха просто. Хочу поймать удильщик. Но это будет непросто. А, стоп. Телепортация рыбки. Ладно. На этом буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилась данная серия, конечно же. Если хотите больше серии, не забывайте ставить лайки. Больше лайков, больше серии по CatGhostFishing, конечно же. Поэтому не забывайте, конечно же. Не жалейте, не забывайте и так далее. Да, лайки — это очень важно. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, если еще не подписались. Я думаю, вам мой канал понравится, поэтому подписывайся, друг. Да, это все. Всем спасибо, что смотрели, всем удачи, всем пока. Хорошего вам настроения, не болейте. И сейчас я эту рыбу вытяну, и тогда мы точно закончим, да. А пока вы там это... Сходите за чаем. Покушайте. Посмотрите другие мои ролики. Нет, я ее не выкину. Ха-ха-ха, я знал, что вы думали, что я сейчас выкину. А, нет. Как я умею, да? Ладно, все, пока.